Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Пётр, и продолжаем нашу любимую рубрику. Так, смотрим демку, загружается у нас. Стиль этой демки — это Gun Craft и типа что там еще. Так, мы играем за какого-то робота. Ага, который быстро бегает. Сколько здесь оружия, ты посмотри просто. А ну-ка. Ой. А вот такая фигня была в Думе, насколько я помню. Сейчас будем проходить по ходу обучения. Так, что это такое? Это типа бить я могу, хорошо стрелять. Ух ты, кстати, стреляет красно, смотрите. Типа отскакивает, красиво сделано. Ага, это надо все покупать. Я понял. У меня пока что купить не... Подожди, это могу купить. Это... крафтинг, please. А что надо закрафтить? И где? Ага, вот здесь. Понятно. Давай попробуем. Я понял. You have three tabs in your inventory. Итак, нашему оружию мы что-то еще прикрафтили. Можем либо это, либо это. Но у нас не хватает ни на то, ни на то. Я так понял, да? Хорошо, ну, в принципе, вот и все. Типа у нас усилено что-то стало? Идет. Или нет, я не понимаю, ну ладно. Эй, тебе Глок. Давайте мне монстров или кого там, я хочу сражаться. Да вот и монстры. Пошли в разруху. На, блин. Я просто неугомонный какой-то фиг. Я даже не знаю, кто, никто не вел меня в курс дела, просто проходил обучение. На, блин. Уничтожайся. Какие-то странные пушки, это все, что здесь будет? А, где монстры? Ты кто? Эй, нет автоприцеливания. Понятно. О, нет, все-таки есть монстры какие-то в виде роботов. Вообще, когда я посмотрел начальную картинку, потому что это что-то связано с трансформером. О, ни хрена, трансформеры. Это совсем другая игра. Там они как-то называлась, понятно. Чтобы потом проверить еще какие-то новые оружия. Ну не знаю, не скажу, что игра плохая, потому что я еще особо не разобрался. Так, куда-то я... А, понятно, я вернулся назад. Я могу что-то еще приобрести. Давай это. Все, я взял. Где крафтинг? Ага, здесь. Давай еще прикрафтим что-нибудь сюда. Подожди, почему я не могу прикрафтить? Мне не хватает какой-то фигни. Хотя я зачем-то купил, ну ладно. Идем дальше мочиться. Сейчас наберем очков, а потом дальше будем крафтить. Открывай. Мне нужно разбить как можно больше монстров. Давайте. Вот. Новая локация. Новые монстры. Тут-то типа такой игры уже видел, только там были какие-то другие монстры, не роботы, а именно монстры. Какие-то там бабки, ёшки, не знаю, что в голову мне пришло, то и сказал. В принципе, такие игры даже пользуются популярностью, типа ты выходишь на арену, убиваешь, мочишь, потом возвращаешься в свою базу, там прокачиваешь, потом опять выходишь, мочишь. Ну, мне кажется, такие игры больше на телефон подходят. Да, на телефоне то, что нужно. Как бы время убить и все такое, прокачаться, почему бы нет. Вот и зачистил территорию. Надеюсь, я так дальше прокачимся. Надеюсь, теперь я могу прокачаться. Смотрим. Походу я ничего поставить не могу. Не провертеть никак и... А подожди, я могу куда-то перемещаться вроде, не? У меня аж разные есть, получается. Или я просто что-то не понимаю. Но я могу это купить.
и какие-нибудь другие плюшки, например, вот эту фигню. Она стоит 3. И еще 3 остается. И, например, вот это. Смотрим. Теперь, думаю, должно быть что-то доступно. Что я могу поставить вот сюда? Ого, давай. Так, хорошо, это мы прокачали. Дальше, например, вот сюда. Хочу поставить пулемет. Хорошо, теперь я разобрался, как это работает все. Снизу у нас ничего не должно быть. Вот что-то офигенное у меня есть. Ну, оно туда не влезает, хорошо. Так, дальше, например, вот сюда. Могу припендюрить. Вот это у меня сейчас будет пушка просто. Я представляю, что это будет. Так, куда еще что-нибудь? Нет, да? Так, подожди. Место еще есть где-нибудь? Ага, вот здесь место есть. Какую-нибудь фигню. Ладно, погнали. Сначала... Ой, извините, что микрофон потревожил. Ух ты нахрен! Погнали, все, я хочу... Вот сейчас мне это понравилось. То есть мы можем навешать просто целую руку всякими пулеметами, автоматами. Погнали. Откидывай меня. Ух ты, какие-то спиноги. Че, патроны кончились, я не понял? А, перезарядка. Охренеть. Какие-нибудь супер удары есть там, нет? Ой, меня что, убили? А, меня убили! Так, хорошо, давайте я попробую... А, нет. Или... Я вообще не понял, что со мной произошло, но, походу, меня убили. Так, выносим. Так, это уже назад. Стой! Стой, кто меня вообще... Так, ведь есть суперудары, не? Нет, это не нажимается ничего. Короче, да, получается только одна кнопка отвечает за все мои удары, выстрелы и тому прочее. Интересно, можешь свою руку левую прокачать еще или нет? Еще раз меня убили. Дайте мне еще попытку. А, отлично. На, блин. Пацаны, я пошел прокачиваться. До свидания. Excellent. Здесь, получается, написаны все наши достижения. Дайте мне прокачаться еще. Так, я бы поставил бы вот сюда. Какую-нибудь пушку. Наверное, даже поставлю вместо чего-то... Например, вот сюда, да? Поставлю пушку. Или никак. А, подожди, а если я поставлю эту пушку вместо основной большой пушки? Вот этой. Получится? Нет, не сюда. Да, вот сюда. Нет. А, подожди, походу эту пушку нельзя заметить никак. Ничем. Так, тогда какой-нибудь такой. Ну, получается, у меня света уже занято, потому что у нас и так уже много всякой фигни висит. А это стоит дорого. Ладно, пойдем, нужно еще нафармить. Нафармим, потом вернемся. Погнали. Пустите меня в бой. Просто ворвались, как какие-то, я не знаю, кто нафиг. Я думал, что это все обучение, на самом деле это уже сама игра. Так. Еще давай. Я еще не умер. Кто вообще стреляет? Не понял. А, вон. Пушка. Пушка готова. Все. Это так легко было? Можно посмотреть, можно еще. Ага, вот что идет этот шар. Какие-то такие штуки создает. Вот. Типа вот этого. Ага. И оно наносит унор. Ой, урон. Я начал уже заговариваться даже после этой крутости.
Ну, что? Почему он атакует меня? А, отлетел чуть. Довольно-таки прикольная штука. Не зря я купил ее. Так, у нас уже 5. Что можно взять? 2. Да, что-нибудь интересное. 13. Слишком дорого. У нас такая фигня вроде бы есть уже. Огнемет. Ну, попробуем давай. Приобретем и повесим снизу. Так, давай-ка мы... Подожди, здесь у нас вообще оружия нет. Поставим-ка сюда вот эту фигню. Ага. Так, хорошо, теперь у нас там тоже оружие есть. А, так, теперь можно... Ты как там? Перевернуться хочешь, да? Вот сюда. Я хочу поставить свою фигню, которую я только что купил. Нельзя. Подожди, это не та штука. Вот эта штука. Вот. А почему ее поставить нельзя? А снизу? Странно. Ну ладно. Давайте попробуем еще новую свою пушку, которую я поставил на левую руку. И можно, в принципе, закачать с этой демкой. Довольно-таки интересно она, ну, хотя мы прокачали не полностью нашего пацана. Врываемся. Ой, чуть не упал. Ой, я сам себя прикончил. Давай еще раз, подавай по новой. Ага, понятно. Это создает щиты. Ага, пробуем сейчас так. Из двух пушек сразу. Создаем эти штуки специальные. Везде, где только можно. Интересно, вообще есть какой-то смысл стрелять вот этой фигней в виде огнемета? Пацаны! Можете даже не бежать за мной. Попробую сейчас так. Перезарядка. Создаем по пути эти штуки, которые будут уничтожать их. И сейчас огнеметом их. Да, вот против них огнемет просто шикарная вещь. А, о! Я могу даже делать несколько прыжков. 3 прыжка. Я это приобрел, или это было у меня? Потому что я только заметил это. Ну, в общем, вот такая игра, ребят. Если вам понравилось, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.